Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. 16 января, и уже полочки немножко редеют. Занималась пересадками, омоложением коллекции. Что-то пошло в теплички, что-то под пакеты. Много где взяла листья, тоже пришлось поставить в теплички. Чем занимаюсь? Всем занимаюсь подряд. Поэтому кто-то цветет, еще оставляю цвести такую красоту, а дальше буду омолаживать. Как же мне нравится РМ хризантема фуксии, классная, цветет. Еще одну девочку ЛЕ крылья ангела. Смотрите, когда я вам показывала ее месяц назад, до сих пор цветы белоснежные, пестролистная, красивая РМ Василиса. Там много чего еще цветет. Красота, поэтому цветущие пока оставила. А дальше буду заниматься дальше переукоренением. Вверх вообще не трогала. Там только полила всех. И все. На этом будет все дальше. Стрептокарпусы подрастают. Вот такие уже они жирненькие, хорошенькие. Надо из 100 миллилитров перевести их 200 миллилитров до весны. А также сейчас буду заниматься. К вечеру мне нужно собрать. И уже собрала несколько заказов. Потому что мы завтра едем в Краснодар. Вот здесь на полочках все растет. Детки растут. Мини растут. Все у них отлично. Муж на хозяйстве остается. В принципе, ему поливать немного нужно будет. Сейчас пойдем посмотрим глоксинию. Вот так подрастают детки, отсаженные в контейнерах, потому что очень много забот. Появляется корневая хорошая, и можно будет уже потом перевалочку небольшую сделать в 100 миллилитров. И дальше уже до весны как-нибудь дотерпим, чтобы без горшков. Их много, и они там растут замечательно. Кого-то накрыло просто пленкой, потому что не было у меня столько крышек. Кто-то под крышками стоит. Сейчас покажу и в другой комнате. Здесь вот переукореняшки. 4 или 5 контейнеров стоят, все с ними хорошо. Глоксинии растут, красавицы. Пока что не всем еще поудаляла лишнее, но уже запускают хорошо бутоны. Так, здесь у меня что-то висит. Ой, как же показать? Не, тяжелая сетка. Во, вот так. Вот, все там тоже хорошо идет. Основную часть буду высаживать в феврале, так же, как и все, на естественный свет и под лампы, и везде, потому что листья стареют, и нужно, чтобы они были молодые. А это все мое, что нужно укоренять. На этой стороне тоже все растет, все с ними отлично. Так, в комнате 23. В этой. Сейчас я заберусь повыше. И здесь стоят тоже лампы. Они мерцают только под съемкой. А так мерцания не видно. Давайте заглянем, что там у меня. Вот так, детки. Так, заглянуть. Вот так, детки тоже стоят. Здесь листья стоят. И сколько? И еще на одной полочке тоже уже размещены немножко со списками совсем на свете. Вчера вечером быстренько раскроила, построчила пару штанов детям тепленьких и Максиму еще худи. Худи вот такое хорошенькое, тепленькое, с начесиком. Красота! Так что быстро, везде, галопом. Муж говорит, ну что, ой, Тоша. Муж говорит, ну что ты, не забыла, как шить? Я говорю, нет, мастерство не забудешь.
как говорится. У нас потеплело, минус 5 на улице, 4. Герань моя красавица, это уличная. Она уже цветет, очень хороший вот этот сорт, он быстрый, прям расцветает, не успеешь его посадить. Здесь, как себя чувствует, сейчас в теплице 11 градусов, день пасмурно, но никакой досветки у меня нет. Вот так выглядят кустики. Вот это уличные еще, а это уже вот такие вот красавицы. Вот, запускаю бутоны. Здесь еще немножко. И мы уже вынесли часть тюльпанов. Накрыли темным агроспаном, потому что у нас бывает резко солнце. И нужно тюльпан для выгонки немножко притенять. Хорошо идут всходы. По сортам потом скажу, когда расцветут все, точно уже все будет видно, потому что две мы новинки взяли в этом году на выгонку. И будем смотреть, как они будут себя вести. Здесь тоже хорошие. Лалибеллу взяли и... Так, потом вспомню, скажу. Вот, хорошо. Strong Gold. Что-то в этом году поганенькие. Несколько мы выкинули при разборке уже луковиц. И вот несколько еще выкопали, не укоренился. Но он медленный, медленнее всего идет. Вот здесь что-то муж выкапывал, не укоренился. А так в основном все хорошо. Всходы идут. Дальше. Следующая. Тут идут мои красавицы. Вот уже какая поросль пошла. Все вот это обстригу. Это ампельный зев. Вот. Такой красавчик. И остеосперму. Уже оброс и начинает давать бутоны. Хочется посмотреть и сделать хотя бы фотографию, как он будет цвести. Цветы здесь полумахровые, тоже он ампельный. И здесь мои пеларгонии, которые тоже я все вынесла. Марина, которая мне привозила, вот так хорошо себя чувствуют. Растут сейчас в 350 миллилитров, кто-то в девятке 0,28. Поливаю где-то через день, потому что солнышко иногда выходит. Нижняя листва желтеет, я ее убираю. Ну, вот смотрю, влажненький, корневая отличная. Можно будет потом перевалочку им сделать. Так, это из посылки, который... Ну, ничего, вот они подрастают. Смотрите, красавица, ювероника. Корней, конечно, так сильно и нет. Вот волоски внизу идут, но уже кустики прям хорошенькие. И тех, кого черенковала, посадила в 200-граммовый стаканчик, 200-миллилитровый. Вот, ювероника. Вот какие красавицы. Red Pandora пошла отлично. С корневой. Красивая. Вот. А, Лара Гармония. Ну, что-то теплится. Теплится, вот. Здесь побольше корневой. Тоже хороший кустик, которые пропадали мои. Вот они, крошки. Вроде все хорошо с листвой. Перестала их поливать, практически подсушила. Корни тоже есть. Но вот основной кустик, он все равно болеет пока. Вот так. И стараюсь его меньше всего поливать. Ага, вот еще Red Pandora у меня. Хорошо пошла. Вот такой кустик. И мои, которые вот здесь, стреляют уже цветоносами. Этот сорт просто замечательный. Вот такая звездочка красивая. Вся пошла хорошо. Смотрите, какими корнями. Укоренилось прям все, что я посадила. Буквально 3 промежуточных выкинула.
не укоренились, а все остальные верхушечные поукоренялись. И здесь вот они, красотки, уже цветут. Что тут прошло? 3 месяца. И вот такие хорошие кустики уже начинают расцветать. Классный сорт, маленький, компактный. На грядках прям, когда высаживаю, просто красота. Яркий такой, розово-малиновый, красивущий. Так, маринина тоже распускается. Вот такой цвет красивый, с яркими красно-малиновыми глазками. Чуть цвет не передается. Какой цветок. Ладно, потом фото лучше сделаю. И здесь у меня запускается бутончик. Вот. Так что зима, середина января, а у меня уже начинает расцветать. Так, это Red Pandora, которая основной куст. С него я брала один верхушечный черенок, потому что была длинноватая. Тоже хорошо, вот молодые листики, все прям такие хорошенькие. Нижние, конечно, пострадавшие после пересылки. Но ничего, пошла вот хорошо, уже 2 побега. Отличненько. И здесь кто-то у меня пытается расцвести. Ого! Опять корней куча. Надо пересаживать. Вот такая красота в теплице. В сарае у нас остался Лех Валенса. Отлично. Он себя чувствует здесь, потому что он ранний, и его нужно выносить после 20-го. Приедем, вынесем. Также галантусы. Смотрите, все хорошо пошли. Где-то еще 3 ящика. Вынесли мы Стронгголд, Хенни Вандермост и Лалибеллу. Вот такие красавцы. По 3 луковицы. Он сажал, где-то уже и детки появились. Вот. Будет у нас подснежник на 8 марта. Его в самую последнюю очередь выносить, потому что он уже сам в земле у нас на 8 марта расцветает. Даже он в конце февраля появляется и уже цветет. Ну и здесь отличные росточки у Лех Валенса. Уже полил и здесь с привикуром обязательно, чтобы не было никакой порчи и всего остального, гнили во всяком случае. Так, на градуснике у нас здесь плюс 7, и пока это нормально для такого состояния, иначе его занесешь, и он уже в середине февраля расцветет. Это я. Всем привет! Расслабляться мне некогда, это точно, поэтому как приеду, обязательно вам сниму ролики интересные, полезные, чтобы нам обязательно посеем семена, которые у меня есть, которые отправляла всю неделю и все эти дни. Очень много было заказов по семенам, по посадочному материалу пока ничего нет, но некоторые предзаказы я все-таки пошла на встречу и оформила. Очень сложно выращивать много всего. Только место освобождается, я что-то сажаю. И так все продолжается. На этом все. Я побежала дальше собирать заказы. И до новых встреч. Всем всего самого доброго.